Наша команда-банда. Здесь время жарких танцев, время любви и только позитивной энергии. А, это три дня любви.
так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня я просто простужена. Обычно они меня радуют. Немножко отдохнем от тяжелой экспрессии, потому что хочется подарить вам очень глубокую, очень чувственную песню. И я ни в коем случае не смогу сделать этого в одиночку, поэтому я очень хочу пригласить на эту сцену человека с невероятно проникновенным голосом, моего большого друга и мой, простите, самый любимый мужской вокал. Лакафе встречает Лирик!
прячемся. Вроде собирается дождик. Нужно немножко души. Телефону и говорят, что да, настало время что? Ага, говорят, настало время жестко потанцевать. А вы готовы, Вегафест? Просыпайтесь, Питер, что это? Ну что, поехали? Развесели немножко, ребят. Это Wake Up, погнали! Я вернется в ваш
да? Друзья, экспромт момент. Я не знаю, можно ли делать это на ВК-фест, простите. Мы снимаем сейчас клип на Вейков, на эту песню. У нас здесь камера. Нужно повторять. Девчонки, покажут движение, очень простое. Заведешь всей толпой? Мы хотим вот такой классный кадр в клип, хорошо? Готовы? Все будет очень просто. А где камера? Где-то она, видимо, есть. Я не обманываю. Ребята, все просто. Всей толпой совсем немножко делаем. Показывай кто-нибудь. Давай. Давай, всем привет. Все просто. Значит, мини-мастер-класс. Раз, два, три, четыре, поменяли. Раз, два, три, повторяем. Раз, два, три, правая, левая, два, три, три, четыре. И две руки на две восьмерочки. Четыре, четыре, восемь. Вы можете повторять за нами, мы все будем делать. А есть что-то на игре? О, камера, супер! Друзья, посопутствуйте, будет классный, веселый клип. Ну что, поехали? Мы что, сюда? Слабаем? Давай. Господи, пожалуйста, спасибо. А теперь вы сделали супер приятное сейчас для нас, а теперь супер приятное для вас то, что вы сильно любите. И все сейчас узнаете. Давай, танцуем все!
Все-таки у меня есть один главный хит, да? Который всегда вы ждете, я точно знаю. И прежде чем подарить вам сегодня эту песню, я хочу пожелать вам одну самую-самую главную вещь. Она звучит очень просто, но таит в себе глубочайший смысл. Я хочу, чтобы у каждого из вас ваша лайф всегда была только в использовал эфирное время.